И снова я, Александр Кривова, печенеги. Ребята, хризантема желтого цвета. Сегодня 14 ноября 2017 года. Приехал к маме в гости. А у нее на окне красота стоит. На улице. Вынесла я их на проветривание. Ну что интересно, когда идет заморозок под вечер, она эти цветы заносит в комнату, в дом. А когда плюсовая температура, она выносит их на улицу. Ну так и получается. Глубокая осень, а у нее цветы растут. Цветут цветы. Красиво. Эта хризантема делится делением куста. А посадила на его ёрка. Так как денежек не хватает, чтобы купить горщик. Ну так и получается. Что нашла, то посадила. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривов, печенеги. Пока-пока, ребят. Ух ты, и снова я, печенеги. Ребята, приехал до своей мамы. На окне стоит красота. Это хризантемы бордовые. Я посадила на его... Посадила она его в горщик. И сейчас, сегодня 14 ноября 2017 года. И получается, ее цветы цветут. Хризантема. Красивая. Низкорослая. Делится делением куста. Размножается делением куста. Ну как не снять эту красоту? Она днем выносит на улицу, когда плюсовая температура. А на ночь, когда смотрит, что будет мороз, заносит в комнату. Ну все, ребятки. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кремов, печенеги. Пока-пока.